Вот. Сегодня я купила шматье, и заодно я, наверное, соединюсь с тем роликом, где я примерила джинсы, но забыла примерить штанышки. В общем, я в том же магазине купила. На самом деле, вот эта футболочка, она якобы ивановская, я ее даже, по-моему, обозревала, но она сделала в Китае, и я ее покупала в одном магазине где-то в феврале. В общем, я купила сегодня. Сейчас поближе подойду. Управляю с телефона. Куртечку. Да, офигей, зрители, или порадуйся, хейтер. В смысле, офигей, просто и порадуйся, хейтер. Я сегодня решила смерить свои объемы. 85. Чуть побольше, чем было. По ходу дела даже на 10 сантиметров внезапно. Талия у меня 71 сантиметр. Правда, у меня сейчас этот несколько, первые 3-4-5 дней цикла. Потом померяю снова. Не мерила я талию лет 5-7-10, вообще конкретно как-то пофиг было. Бедра у меня 101 сантиметр. В общем, 85, 71, 101. Так, сейчас я куда-нибудь туда присобачу. В общем, курточку я сегодня себе купила. 680, что ли. Короче, у меня все вместе. Это у меня еще платьишко было, которое тоже попозже примерю. Значит, 1420 у меня все вышло. Вообще где-то, может, там на чеке как-то распределено было, а может быть все одно общей суммой. Короче говоря, курточка или 600 она 80, или 700 с чем-то, может быть все-таки 680. В тех бывших смешных ценах. Я зашла, я поняла сегодня, что у меня нет ветровки. Зашла, короче говоря, увидела курточку с розочками, думала, она такая яркая, Она так на меня смотрела, еще продавец, хозяин так увидел, что я смотрю на эту курточку, он, наверное, учуял, что курточка, хочет, чтобы я ее купила. Короче, в итоге он мне подошел, показал, приснял, я говорю, вообще не в курсе, какой у меня размер. Учитывая, что китайцы, наши братья добрые и славные, ставят какой-то вообще феерический размер, неизвестно, что, к чему подходит. Ну и, в общем, он мне снял, говорит, можете прям примерить. Потом зеркало у меня повел, мне так она понравилась. Короче, у нее тут такая змеечка. Моя подруга, мне сегодня вообще 3 знакомых человека с половиной попалось. Ну, в смысле, подруга с детем, потом некий знакомый, которого при желании я бы лучше не видела. Но есть такие знакомые, которые как бы не очень-то и знакомые. Но они при этом думают, что они мне мои прям охренеть какие знакомые. И подруга, короче, подругу мы потом к подруге зашли. Она, значит, увидела меня уже, когда от нее выходила эту курточку. Сказала, что это лимонный цвет. Тут, значит, розы нашиты, я такие, ну, вышивка машинная, плюс еще присобаченная. Заодно потом буду монтировать, посмотрю, как она вообще выглядит. Сзади и на мне. В общем, рукава. Нормальные такие, она как бы двухслойная тут, беленькая, желтенькая. Карманы мне очень понравились, такие глубокие, у меня уже там платочек летится, из джинсов перебрался. Можно выстегнуть карманы на змеечку. Телефон сюда убирается вполне себе нормально. То бишь, если я пойду на тренажеры, то мне не надо опять будет уже тащить с собой сумочку или какой-нибудь пакетик под телефон и ключи. Все нормально так. Отличная змеечка, удобно сходится, расходится. Ну и вот она такая курточка. Сейчас мы тут увидим джинсы с ремнем, потому что я ремень купила, но так и не обозревала его даже, по-моему. Что это у нас вообще? Винди, размер 48. Может быть, я и правда уже 48-го, я ж не знаю. Ну, это у нас братья китайцы, как бы. Но она довольно свободная, и я думаю, под нее можно что-то даже одеть при желании. В общем, внутри белая, снаружи желтая. Вот. Вот так. Так, сейчас будет небольшой стриптиз. У меня там ремень. Вот эти джинсы, которые будут, видимо, в начале ролика, скорее всего. В общем, вот тут у меня ремень. Я его потом выну и покажу отдельно вблизи. Вот тут она, джинсы опять эти же самые. И сейчас я, наверное, еще померю те голубые брючки и примерю то платье, которое на самом деле сарафан. Ну, надо мне какой-нибудь сарафан с собой в дорогу, так, чтобы был. И снова я в кадре. Вот эти брючки, которые я тогда купила. Сейчас, наверное, как-то... Можно, конечно, было это все... Блин, тише! Ты там так вздрогнул за стулом, за штативом, что я чуть не словила бабочку визуальную. Сегодня, кстати, гуляла, бабочки уже появились. Но эти жопы с ушами, они такие наглые, она так летала.
прям на асфальте передо мной сидела, выпендривалась, наверное, чуяла, что ее боюсь. В общем, вот. Да, надо под это трусы, конечно, стринги, но, как я уже говорила, у меня тут этот. Тампоксы я не пользую, пользую прикладки. Слова нервные, заткните уши. Ну, в прошедшем, так сказать. Я, может быть, поставлю такое облачко, типа слова нервные, заткните уши. В общем, вот он. Такие давние тут тапочки, брючки. У них вот здесь кармашки. Я прям как этот человек с селфи, который фоткает себя в телефоне, держа телефон. Сейчас я куда-нибудь не собачу. В общем, вот он. Тут были висюльки такие, но они вообще как-то ни к чему. Там еще какие-то такие. Короче, висюльки. Типа веревочки, я думала, они затягиваются, они просто как бы для красоты завязываешь, они висят. Но они меня как бы раздражали, я так очень аккуратно отрезала их, даже незаметно, что они там были. В общем, вот я такая. Очень даже, конечно, миниатюрная, практически японочка, практически Йоко-Йона. Змейка торчит. Ну ладно. В общем, как-то так. Я их еще никуда не одевала, потому что моя близкая родственница сказала, ну затаскивай их. Ну, видимо, машина стиральная религия отменила именно за этих штанышек. Короче, поехали в них куда-нибудь. Куда я там собралась? Они не натуральные, хотя сделаны в России, ну, в смысле, это какой-то там полиэстер или еще какая-то хренотень. И вот я думала, может, в них как-нибудь прокатиться, но как-то вот пока езжу только в джинсах. И надо было, если кататься, надо было подавать стринги. Стринги у меня тоже имеются. Обзревать не буду. В гамен на сайте. Короче, сейчас слегка я опустила камеру на штативе. Стало видно вон те тапки. Да, у меня две пары тапок. Было три, но одни умерли. В общем, вот такое типа платье. Сейчас я пойму, как вот мне стоять, чтобы меня было видно в полный рост. Можно сделать вот так, я поняла. Изначально я думала, что так и делать, потому что на вешалке я не сразу заметила эти веревочки. Оно было вообще единственное в своем роде. Остальные были или какого-то, ну, похожего типажа, ну, или голубой такой странной расцветки. Я так подумала, что, ну, как-то оно не очень было. Там мне не то чтобы полноценно голубой, но как-то, в общем, не пошло оно мне. Я решила, что вот это мне очень даже нравится. Одно в своем роде. Можно... Я думаю, будет убрать вот эти лямки вообще вниз, ну, не одевать их, пустить. И чисто на вот этих держать. То бишь лямки вот эти бретельки. Можно вот так сделать. Можно чуть повыше сделать. Потом я гляну, как это выглядит вообще. Из чего оно сделано, нигде не было написано. В общем, оно 680, а то, видимо, 740. Это бывший магазин смешных цен, теперь обувь и одежда для всей семьи, или как-то так оно называется. Но все тот же хозяин, все тот же магазин. Оно тут как бы на резиночке. Вот тут. Ну, короче, мне вот сам покрой понравился, я что-то похожее хотела. Я, правда, думала, или вот такое, или такое. Ну, в итоге вышло вот такое. Вообще, у меня есть платье от Диляры. Не знаю, смотрит она меня сейчас или нет такое. Я в нем ездила в Псков, еще куда-то ездила. И оно где-то вот так вот идет, вот длинное такое. Вот. Прямо вот если приведется на экскурсии в монастырь какой-нибудь православный фигачится, где надо вот именно ниже колена, оно самое то. Проверенное такое платье. Плюс мне еще иногда, ну, в экскурсии ближний родственник давал такую супер юбку. Ее можно одеть в автобусы прямо на джинсы. Я в какой-то монастырь так фигачилась и... Юбка, она прямо вот так вот что скрывает, ничего не видно. Беларусь я вроде даже с этой юбкой ездила. В общем, вот он. Платьишко такое. Кто-то там в афиг впадет, кто-то порадуется. У меня тут мой брюшек выпирает слегка, потому что сегодня сейчас скажу, какой четвертый день этих самых этого самого цикла. Не знаю, вроде так прикольное. Может быть, кому, конечно, меня полнит, может быть, наоборот, узит, хз. В общем, 250, 210, как скажу, тут цена даже 1350,
где тут была цена. По-моему, оно 780 или 740 экспортов. Вот это лен, вот это хлопок. Сыграл, как я тут. Поближе даже можно подойти. Оно и то, и другое 48-го. Кофта, по-моему, 44-го, юбка, сейчас гляну, какая. 46-го. Но я там мерила кофту, короче. Но я так поняла, что они тоже, русские тоже делают все. 42-й размер кофты на меня тоже вполне себе налез. Хотя она была чуть пошире, чем вот эта. Сделана в России. В общем, вот. Мне тупо надо было, типа, вот таких штанишек. У меня такие были серенькие, но с такими, как бы, дырочками и бантиками. Там были такие черные, дырочками и бантиками. Но я не поняла, во-первых, где у них зад и вперед, тут хотя бы как-то понятно. Как я их не мерила, они как-то на мне нормально, но садишься, и так это нижнее полушарие мозга так хорошо отгаляется. И как-то, в общем, я подумала, почему бы вот такого формата не взять. Но тут более на ноге свободно. Мне подобные были серые, но без бантиков, ну тоже такие с дырочками. Ивановские как-то мне ближний родственник привез. Тут мне и подруга говорила, что там бюджетный, хорошего качества магазин, лен, хлопок и всякое такое. И родственники говорили, вот я вчера вот доехала. Вообще хотела на велике, но у меня случилось несчастье. Сегодня это несчастье сама сделала благодаря моему лучшему другу. Вот человек может быть у черта на куличках относительно меня, но или относительно вас, допустим, кто-то. Но при этом словесно показать так, что вы поймете и нацепите цепь на этот велик со скоростями. В общем, вот, сейчас я тут прокручусь. И мне не сказали, это камень в огород тех, кто вякает, что я такая жирная, бесформенная, и все такая, что... Я говорю, ну, типа размера, я говорю, да вот, говорю, раньше был 40-й, 42-й, потом меня расперло. Она говорит, ну, вы, говорит, обе продавщицы, ну, вы же, говорит, вы, говорит, стройненькая, все равно у меня неактюрненькая. Так что нефиг тут что-то вякать, что я такая тут жирная дофига. Талия у меня как бы есть. В отличие, я думаю, от тех, кто вякает, что жирная. Ну, с одной стороны, может быть, как-то ярко. У меня, кстати, есть одна футболочка желтенькая. Ведь еще есть светло-желтенькая кофточка. Ну и как-то это, у меня раньше было такие яркие шмотки желтенькие. Родственники еще этого не видели. Ну, с другой стороны, носить мне. В общем, я, может, сейчас поближе подойду, чтобы если что было видно рисунок для тех, кто совсем слепой. Сейчас отрублюсь, потому что надо будет продаться. Я думаю, в этих штанишках сегодня до саду доехать. Уж там тепло, практически летом. Временно прерываемся. Я решила совместить вот так. На ваш зритель взгляд. Я, может, даже сегодня... Ну, сейчас у меня там монтируется, вообще оптимизируется маленький ролик на 5 минут. Он что-то долго оптимизируется. Какой-то еды, кажется. Может, еще чего-то. У меня там что-то много всякой еды. Ну, в смысле, обзора покупок еды было заснято. Я, наверное, еще обзор аккумулятора, который уже вот два раза. Когда он был в разговоре, ну, в смысле, я его юзала, общалась с подписчицей, в Вайбере еще что-то делала, оно у меня заряжалось 3 часа, где-то 3 часа оно заряжалось, а с 26% до 100%. Тут он заряжался, лежал, я только два раза его убрала, чтобы глянуть, сколько время, в смысле, как он вообще, зарядка идет. Он 3 часа был в зарядке, тоже с 26 градусов, ну, в смысле, процентов, вот. Вот его тоже обозрела, но я думаю, что, может быть, я его потом дообозрю, это вот, соответственно, солнечной батареей. Короче, я сначала, наверное, шматью выложу, замонтирую, а потом уже обзор этого буду делать. Так вот, зритель, скажешь на свой взгляд. Вообще, это типа блузка, она 720, если картой платить. В общем, короче, если платить наличкой, то на 5% дешевле. В итоге я вчера снимала, ходила, ну, у меня было чуть-чуть налички, я платила вот это вот и желтую блузу, футболочку. А потом уже пошла снимать, но, ну, как я поняла, и в магазин, то удобнее, что и наличкой. В общем, так она, по-моему, она 780, если наличка, и
820, если карты. И там, по-моему, все по одной штукам. В общем, она была единственная. Аленовая булочка. По мне, так это тупо тумичка. Ну, вот в сад, конечно, так не поедешь, но погулять можно. Ну, вообще, на ваш взгляд, там мне подбирали очень хорошие продавцы, так это вот, ну, подобрали, посоветовали, сказали, что и как. И так вот, как бывает, выглядишь как пугало, тебе, да, круто, круто, только купи и свали. А вот именно очень даже хорошо. Чем вот так, я думаю, можно будет гулять, допустим, туда, куда я поеду. Надеюсь, у них так будет, я туда все-таки поеду. Хотя, возможно, я тут выгляжу как колобок. Сейчас подойду, апдейзу. Прямо это, я могу быть беременной слегка. Или у меня может быть первые дни цикла, и оно даже незаметно будет. Мне нравится, не знаю, как вам. Ну и сейчас я с юбкой это примерю. В итоге я решила померить еще и со штанишками, которые в начале ролика где-то будут. Я, правда, не уверена, что со спортивного типа штанишками так можно. Прям как бабы из Инстаграма селфи. Я просто телефоном управляю, мне так удобнее. Мне так лучше понятно, как видно там меня или нет. При монтаже, по крайней мере, будет удобнее, если что, срезать лишнее. Или даже не срезать вообще. И еще у меня вот эти джинсы, которые, блин, в облипку. Я помню, что они в облипку, но мне все-таки удобнее, когда оно не совсем в облипку. Я думаю, оно нормально будет тут с этой футболкой. Русской народной женщины. Вот к этой юбке долго подбирали шмотку. Несколько футболок я перемерила желтую, но, в общем, как бы из-за рисунка она не покатила. Потому что сюда надо, или что-то совсем, я думаю, короткое. Какой-нибудь короткий топик. И то, что вот, вот так. Телефон не упадывай. Как мне сказали, чутка достать, чтобы оно слегка волном было. Так вот, вот этот 44 размер, а это 46. И вот этот 44 больше, чем тот 48. Я прикладывала. Настолько, наверное, по бокам. Это к размеру. Так что я схожусь к тому, что у меня все-таки здесь 42. Вверх. Ну, меня слегка напрягают вот эти длинные веревки. Там было красное и фиолетовое, но они все были разных размеров, единичного цвета, скажем так. Но я так поняла, что это типа модно. Ну, я хотела какую-нибудь длинную юбку, на самом деле. Они теперь ровные. Вот у меня там экскурсия какого-то монастыря, насколько я помню. Вот самое то. Останется на волосы подождать какой-то отец, и я буду русский народный совсем женщин. Тут кармашки, кстати, есть. Где, может, тут надо заправить так совсем со спины. Вот так смотрю на себя, я такой колобок. Бабыша такая конкретная. Но оно не юбка, Клёш. Оно просто широкая юбка. Такая вот. Довольно широкая. Вот так. Ну, я думаю, всем теперь пока. Шмотки за апрель и за май. Обновил гардероб, можно сказать.